Здравствуйте, дорогие зрители. Мы находимся в Гаубицкое Азовское море. Сегодня невероятно хороший день. Просто удивительный день. А ветер стих. Красота на море. Вода прозрачная. Посмотрите. Риточка говорит, как в волне на Черном море. Даже вот при слегка таком море. Не полный штиль, видите, маленькие волны есть. Мы сейчас находимся здесь, купаемся, из моря не выйти. Медуз практически нет вообще. Но потихоньку они будут приходить. Вот посмотрите, так они вот около берега встречаются иногда. Я сейчас наблюдал, здесь девушка ходила, снимала каждую медузу и видно отправляла, что типа кишит голубицкая медуз. Посмотрите сами, я вам покажу. Она просто ходила вот так вот по берегу и их и фиксировала, каждую, да, включала на паузу. И я слышал, как она говорит, вот, смотрите, сколько медуз, смотрите, сколько медуз. Вот посмотрите, друзья. Я надеюсь, вам будет видно. Я показываю так, для интереса, как вот феки снимаются. Вот море, вот оно. Я могу его обойти сейчас, я не знаю, сколько здесь. Мы плавали очень долго. Ко мне вообще подплыла одна медуза, кстати, ужалила. Но здесь они не так сильно жалятся. Вот посмотрите, какое прозрачное море. А я вот так вот иду вдоль берега. Видите, сколько я уже от Рита отошел? Вот, даже мой след здесь виден. Вот, посмотрите. И вообще ни одной медузы. Вот она, смотрите, вот одну я нашел. Прямо ее видно, чтобы вы понимали, как вот на камеру это хорошо заметно. Вот посмотрите, какая красавица. Красоточка какая. Видите, как хорошо видно. Вот. За щупальца ее не трогайте никогда. Даже она, вот видите, здесь уже дохлая на самом деле. Но не трогайте. А вот, вот так вот ее можно отогнать и так далее. И видите, море чистое абсолютно. Вот сейчас сколько не буду ходить, вот так вот редко какую-то увидишь. Вот, посмотрите. А если захотеть вот, например, такой фейк снять, да, я просто сейчас выйду на берег, найду где побольше. Она еще снимала там, где люди вытаскивали. Видно, с утра уже такие скопления небольшие есть. Вот, обратите внимание, вот она здесь тоже выброшена на берег. Видите, я все иду и показываю. Вот она. И вот так вот, если каждую медузу подходить, снимать, а они периодически есть, посмотрите, создастся такое впечатление, что море полное медуз, кишит. Хотя они только вот у берега здесь у нас находятся. Это я вот сбаламутил. Видите, у нас взвеси здесь, в Азовском море. Почему оно такое вот мутное и бывает? Именно из-за них. Но они очень полезны. Это все равно, что вы делаете себе вот эти, часто покупаете, да? Маски из глины и так далее. Тело там свое мажете, у кого есть проблемы с кожей. А у нас вот так. Прямо плаваешь в море, да? И бесплатное лечение происходит. Вот я вот так вот гуляю по морю. Посмотрите. Красота сегодня просто невероятная. Друзья, просто. Это вот очень хорошее место здесь. Здесь всегда людей мало. Это бывший пионерский лагерь. Мы вообще с Ризочкой сегодня ехали. Тут зрители пишут, Василий, полно медуз, голубицкая. Опять какое-то видео посмотрели. Я еду. Я такой довольный был. Я думал, знаете, как бы уже спели себе дошли до нас медузы. Они, кстати, появились позавчера в Кучугурах. Наши зрители тоже присылали. Мне же видео присылают, как бы сообщения. Я думал, что все, они у нас будут на следующий день. Нет, пока не дошли. А вот в Пересыпи сегодня утром был, да, их там много. Но ничего страшного. Там люди тоже купаются. Вот видите, я сколько уже прошел, да? Посмотрите. Вот, потихоньку мы идем. И вообще никого. А у меня вот так вот видно прекрасно. Смотрите, да?
Море Азовское наичистейшее. Чище моря Азовского нет вообще, друзья. У нас ни канализация не сливается, да, ни камки, ни водорослей. Хотя Азовское море разное. Есть и такие места. И с камкой, водорослями, с камнями. У нас, слава богу, такого нет момента. И это очень хорошо. Вот, хожу вам, показываю. Вот эту девушку я показывать не буду, которая снимала вот это интересное видео, чтобы ей стыдно не было. Посмотрите, кстати, у нас какая опасность есть местами. После вот последнего шторма, вот видите, я вам покажу. Видите, какая прозрачная вода? Я даже не знаю, как мне тут встать-то, чтобы так вот против света. Смотрите, вот это швеллер. Огромнейший советский какой-то еще швеллер здесь. Вот хорошие люди привязали поплавочек. Посмотрите. Я хотел посмотреть, я думал, мало ли, может кто-то сетку какую-то поставил и так далее. Я даже руку об него порезал, он очень острый. Вот где увидите такие, как бы, сигналы, которые люди нам оставляют, да, будьте аккуратнее. Вот у меня ума хватило все-таки рукой туда залезть. Царапину я себе такую на ладошке сделал хорошую. Все-таки металл уже советский, знаете, но он все равно, может, пилили когда-то болгарочкой его. И получается он такой острый. А вот такая красота. Мы сейчас с Риточкой немножко прогуляемся пешком на велосипедиках. Ну, вы сами видите, да? Наичистейшее море. Вот они здесь есть. Вот прямо на берегу периодически. Но к завтрашнему дню, дай Боже, если я ошибусь. Вот. Потихоньку, потихоньку, видите? Как бы ветерок у нас такой западный идет, вот с той стороны. Такой немножко он северо-западный. А вот пересыпь, вот она у нас здесь рядышком. И Кучугуру в той стороне. И потихоньку, потихоньку к нам вот так вот медуз сюда и будет сгонять. Но это нормально. Не переживайте, купаться все равно можно будет. Загорать. А это вы сами понимаете. Самое главное, на юге у нас витамин D. Вот такие дела у нас сегодня, друзья. Очень хорошо. Просто, я не знаю, кайфовый день сегодня вообще выдался. Просто удивительно хороший. Вот такие вот места у нас. Новые зрители, вот кто присоединяется, посмотрите обязательно. Я сегодня встретил здесь ребят из Белоруссии. Они очень довольны. Ну, им, можно сказать, повезло, потому что был ветерок до этого. Волны, они покайфовали на волнах. И вот такую погоду увидят. Мы ее ждали, я не знаю уже сколько, наверное, дней. Но неделю точно. Потому что у нас вот был как бы шторм такой, волны. Но это самое лучшее, что есть в Голубицке. Вот мне, например, такое море уже скучно. Вот мы с Ритой ходим, она уже накупалась. Рит, пойдешь еще купаться? Пойдешь? Ну давай, ныряй. Пока я здесь еще ошиваюсь. Вот. Такое море, вот я не знаю. Оно как бы... На Черном море я вообще долго не могу находиться вот по этой причине, что, ну поплавал ты, да, как-то. Не знаю, ну, в общем, это на любителя, друзья. Посмотрите. Вот оно такое прозрачное, хорошее. В том году, кстати, таких дней вообще много было. У меня на канале можно посмотреть. Вот именно здесь, ко мне в 3 метрах подплывали дельфины. Вот именно здесь. Вот там поближе к этим, к старому пирсу. Видите, с советских времен еще осталось железо. Будьте тоже внимательны местами. В основном-то у нас такой вот пляжик хороший. Вот, прозрачно все. Ныряй, Риточка, я сейчас буду... Сейчас мы с тобой пойдем, кстати, уже. У тебя есть еще возможность поплавать. Ну-ка, покажи, как ты ныряешь маме. Давай, давай, ныряй прямо ко мне. Давай, давай, давай. Да без носа. О, ты мне сейчас камеру опять зальешь. А зальешь камеру, Риточка, осторожней. Вот так вот мы нанырялись уже, просто невероятно. Я не знаю, сколько мы уже, наверное, целый час плаваем, короче. Просто такой день интересный. Я уже прямо проголодался. Очень хорошо. Вот, посмотрите. Я даже вижу их за километр. Буквально за километр. Может быть, это одна и та же плавает вот по морю, где мы ходим. Ну да, она похожа. Надо метку на нее бедную поставить. Вот ее потихоньку здесь липает. Видите, она и есть, да.
Я ее узнаю, поэтому то ли песок вот это, что такое желтое? Видите у нее, да? Какие-то желтые вкрапления. Ну, может, песочек, да? Вот эти вот ракушки прилипают к ним. Ветерок, кстати, поднимается. Если он у нас поднимется еще побольше, то их пригонит быстрее. Потому что здесь до Пересвета-то рядом. Тут километров 12. И, возможно, к вечеру они сегодня будут. Будьте к этому готовы. Купайтесь, наслаждайтесь побольше. Потому что, в общем, смотрим за погодой. Хотя прогнозы погоды обещали вообще сегодня дождь. А у нас к дождю они и собираются, в принципе, прибивают их к берегу. Но дождя не было. Голубийская такая территория интересная. Здесь у нас всегда как бы засуха получается. Вот опять в этом году тоже засушливое лето. На огороде мало того, что все высохло, у меня там сливы вареные, знаете, вот как с компота. То есть груши вареные тоже. Как будто их микроволновку, знаете, вот когда яблоки запеченные делаешь, да, запеченные, вот правильно так будет сказать. Запеченные груши, запеченные яблоки от жары, от такой. Но если у нас была температура там 37 градусов, грубо говоря, а на солнце представляете сколько? Даже сложно подумать сколько. Вот, они такие вкусные-вкусные получаются, сладкие. Вот хорошо-ка, хорошо. Ладно, сейчас мы немножко подсохнем и пойдем. Вот такие у нас гостевые дома здесь рядом есть, прямо на берегу моря. В Пересыпи, кстати, я сегодня снимал тоже один дом гостевой, 150 метров до моря. Вот примерно такая же обстановка, тоже людей немного, но там вообще потише, чем в Голубицкой. Посмотрите обязательно видео на будущее, где снимать хорошее жилье. Посмотрите обязательно, вот кто на следующий год мало ли планирует. Информация очень важная. Там, кстати, можно и купить дом по цене квартиры, я тоже покажу. Прямо 150 метров от моря. На моторной лодочке гоняют люди. Я не знаю, сейчас что уже разрешили вот это у нас. На катерах, на лодках выходить. Людей катают. Интересно. Представляете, когда? Нам бы в Голубицкой вот здесь какие-то вот бы яхточки, там катамараны бы большие. Вот чтобы по морю, да, какие-то экскурсии. Часто люди спрашивают, вот любители Черного моря. Там-то много таких развлечений, а у нас, к сожалению, только вот эти ватрушки, там бананки, парашюты. А вот хотелось бы и вот такого. Ладно, пока отключусь, скоро мы пойдем. Посмотрите, как меня Риточка перехитрила. У меня сломался велосипед, педали крутятся, велосипед не едет. Что-то там с подшипниками, со ступицей с этой, я не знаю, надо разбирать. Посмотрим дома. Вот, отсюда мы кое-как доехали. Я, конечно, летел. Видите, вот так вот кто-то собирал с утра медуз здесь. А море я вам показал. Море наичистейшее просто. А вот тут можно, да, наснимать, что хочешь вообще. Что прям тут кишит, короче. И кадры можно сделать такие интересные. Кстати, посмотрите, сколько здесь мидий на пляже. Вот это вот черные. Посмотрите. Вот это вот черные мидии, но они уже открытые, друзья, уже открытые. Их нужно собирать закрытые. Очень вкусная вещь, я вам скажу, очень вкусная вещь. Просто потрясающая. Видите, как люди здесь отдыхают? Хорошо. Вот сапы, кстати, вот эти можно брать в аренду. Кому надо, берите. Даже втроем. А на нем, наверное, можно и больше людям, да? Обратите внимание, как хорошо. Он выдерживает. Там дяденька-то такой мощный. Да, и матрасы. Очень интересно, конечно, очень. Но уже люди стали у нас, конечно, разъезжаться. Это уже факт. Еще недавно вот здесь вот этот пляж был такой забитый. А сейчас посмотрите,
уже немного людей. Даже жаль, что мы сегодня велосипеды с Изочкой взяли. Я бы так вам пешком прошел. Смотрите, вот здесь кто-то медуз вот этих складировал в этой яме. Смотрите. Периодически вот так вот люди вытаскивают. Здравствуйте! Так. Будем приветы передавать, да, кому-то? Здравствуйте. Здравствуйте. Я тут с велосипедом, мне неудобно. Нормально, Василий. Нормально, Дмитрий. Да? Дмитрий, да? Откуда вы, Дмитрий? Копеек, Челябинская область. Да ладно. Челябинская область. У меня сейчас друзья из Челябинска отдыхают. Прямо у меня. Да. А вы семья, да, приехали? Да, да. Вдвоем? Нет. Не повезло вам. Да, надо было с бабушками оставлять и приезжать. Да? Мы тут второй раз, как бы. Второй раз? А когда были еще? 4 года назад. 4 года? Ой, вам тогда повезло, не было еще медуз, да? Не были. Были уже, да? А, ну, наверное, первый год, когда они появились. Тогда было вообще жестко. Сейчас поменьше. Поменьше, да, поменьше, конечно. Но, кстати, купайтесь пока не поздно. Я сегодня из Переспи вернулся утром. Там уже их много. А видите, западный ветерок у нас оттуда идет. Вот Пересып у нас там, где этот замок, если вот вы посмотрите. А, уже... на подходе они. Мы сейчас купались, я смотрю, потихоньку начали они прибывать. Поэтому плавайте пока. Да, пока... нам завтра уезжать уже все. Уже неделю. Тут. Последний денечек, вот море спокойное. А мне повезло в этом году, из Челябинска мне вот вареница привезли там, грибочков привозят, короче, ваших вкусных. У нас-то грибов здесь нету. До этого-то сосед ездил, не было. А, дожди прошли, да? Да, дожди. Угу. Угу. Ну ладно, хорошо. Вы уже загореть успели, я смотрю, да? Хотя у вас тоже солнце же бывает там, да, сильно. Я уже немножко там загорелась, да. Да, да. Ладно, ребята. Ладно, да, хорошего отдыха вам, последнего денечка, да? Всего спасибо вам большое. Ну, я тут просто как бы в бегах постоянно. Сложно, да, понятно, очень бывает. Понятно, конечно, что тут. Ну. Да не, я рад, например, всегда, когда встречаю. Ко мне и домой люди приходят. Вот если хотите, заходите, я вас вином угощу. Вот если сегодня будете, я вас вином угощу. Ладно, зайдите, пожалуйста. Сегодня уже не пойдем. Я тут побегал, что-то ногу подвернул. А, да? Тяжело, но по песку и по мягкому бегал. Ага. Все, ну, с непривычки, да, связки здесь надо тренироваться. Ладно, ну вдруг вы пройдете, ладно? Я вас познакомлю... с девушкой из Челябинска, она на вас похожа, вы поймете. Вот это вот видно, знаете, как есть такое местами у нас. Да, Юля зовут, там с Антоном они у меня как раз. И дети, трое детей они приехали. Риточке сейчас весело, вообще хорошо. В общем, если зайдете, я рад буду очень, хорошо? Всего, спасибо вам, до свидания. Вот, друзья, такая обстановка. Смотрите, как люди у нас хорошо отдыхают. Есть, конечно, вот эти вот проблемы там различные. Посмотрите, да, у нас какая-то еще неухоженность здесь. Пляжи такие, как бы сказать, неблагоустроены там, как в городах. Так, кстати, подожди, Ритусь. У нас, кстати, остались здесь, обратите внимание, вот на этом я люблю вот это снимать. Остались у нас пельмени-вареники и яичница с беконом. И сосисками, да? Хорошо. Все съели отдыхающие. Здесь же у нас вот этот район. Посмотрите, он очень большой. Очень большой. Вот такие гостиницы кругом. Это вот кто из новых зрителей будет, обратите внимание на это место 100% Голубицкой. Вот наши ребята, кто смотрит канал, они вот это все знают. И снимают здесь места удачно. Вот тут вот, например, ну вот за этим кирпичным зданием можно комнату найти за 1500. Вот кому надо. Вот такие дела, друзья. Поеду вот на этом инвалидном велосипеде. Вроде он с горочки попер. Это хорошо. Зайдем еще вот сейчас на центральный пляж. Посмотрим, что там происходит. Или заедем, если повезет. Видите, здесь еще машин много у нас стоит. Это меня очень радует. Но люди с детишками уже разъезжаются по-любому. Школа и так далее. Вот здесь у нас еще очень много машин. Обратите внимание. Парковочка. Кстати, говорят, платная здесь парковка. Наши зрители. Но выхода нет. Видимо, приходится, может быть, наплыв большой, ставить машины.
негде бывает. А люди в городах привыкли, чтобы так машина под охраной была. Хотя у нас здесь в Голубицке все спокойно. К счастью, у нас здесь хорошо. В этом плане. Не хочет велосипед ехать, не хочет. Прокручивается. Посмотрите. Такая вот интересная обстановка у нас здесь. На автокемпинге. Сегодня ребятам повезло. И ветерка нет, тишина. Очень хорошо. Но вот что будет вечером, я не знаю. У нас любят в такую погоду, в тихую, появляться комары. Вчера вечером нас они дома зажрали. Если честно, надо покупать уже какую-то отраву от них и побрызгать. Я вообще поражаюсь, как такое может быть. Абсолютно сухой огород. Просто абсолютно сухой. И откуда-то вот там вот комары появляются. Вот как такое может быть? А даже у моря. Ну ладно, озеро здесь, да, ну, грубо говоря, там они могут быть. Но где озер, нет. У нас вот тоже есть же и такие места в Голубицке. Но там все равно у моря комары появляются. И очень людей много, кстати. Даже поразительно. Сейчас на диких пляжах живет несколько семей наших зрителей. Это только те, которые мне пишут. А в основном вот так вот, знаете, вот люди, ну вот как вот мы сейчас ребят встретили, да. Не пишет же никто, просто так иногда встречаешь. Я сейчас не удивлюсь, если мы поедем на дикий пляж, там будет тоже очень много людей. А здесь повеселей. На Грязевом озере, посмотрите, сколько народу. Поразительно. Так, не едет, друзья, велосипед. Так, ладно, немножко я вам еще покажу здесь. И центральный пляж, что битком. Удивляет меня этот момент. Откуда люди взялись? Наверное, опять ребята из Анапы привезли автобусы. На картинге есть народ. Это хорошо. Да, на центральном пляже много людей. Это радует. Жизнь продолжается в Голубицкой. И на парковочке людей прибавилось. Обратите внимание. Красота. Как-то нам надо будет сейчас разъехаться. Подождем, пропустим. Так. Вот, смотрите. Не могу, колеса прокручиваются. Вот у меня педали просто прокручиваются. Велосипед не хочет ехать. Ладно, посмотрим. Надеюсь, до дома доедем. Да, Летусь? Если что, то меня это... Я за тебя зацеплюсь, да? Как у нас есть видео, помнишь, папа мобиль? Так, оставлю вам ссылочки в описании. Как у нас детишки иногда хитрые бывают, какие папку запрягают. Вот такая, друзья, обстановка у нас сегодня. Великолепнейшая. Просто очень хорошая. Люди все довольны. Наверняка кто-то есть и недовольный. Это, этого тоже не отнять. Вот обратите внимание, вот этот вот у нас солнечный пляж, да, гостиница. Битком, друзья. Тут хитрые писали, что музыка здесь и так далее. Музыка, вот посмотрите, где сама гостиница, да. Вот обратите внимание. Ух, сколько людей. А вот где у нас вот эти вот заведения? Там до самой гостиницы, я не знаю, ну сколько тут метров, наверное, 200 будет, там 150. А тут еще они умудряются, что на море слышно, где номера с выходом на море. Кто здесь бывал хотя бы раз на пляже, вот именно в этом месте, вон оно там море. Ничего никогда не слышно у берега, кроме такого шума прибоя. Ну вот где мы видео с вами начинали, вот примерно такой там шум. Вы когда там спите, у вас будет вот такой же мягкий-мягкий, такой приятный, усыпляющий шум. Ладно, я на этом закончу видео. Всем, друзья, удачи, счастья. Мы поедем. Тут у нас уже движение серьезно начинается. Рита, без рук не ездим на велосипеде. Все, до свидания всем.